Здравствуйте, друзья. Меня зовут Илья Лобов. И сегодня мы поговорим с заведующей отделом продвижения чтения и внешних связей областной библиотеки имени Горького Еленой Липатовой. Здравствуйте, Елена. Здравствуйте. Елена, «Библионочь» проходит у нас в стране уже второй год. Почему же областная научная библиотека присоединилась к ней только сейчас? Ну, к сожалению, в 2012 году мы не могли принять участие, так как мы отмечали свой юбилей, 115 лет, поэтому очень много было различных мероприятий, посвященных этой дате. И, конечно, как бы сил уже не хватило участвовать в данной акции, потому что эта акция все-таки требует серьезного подхода и насыщенной программы. Прошлогодний опыт коллег, тех, которые принимали участие, как-то помог вам готовиться? Конечно, потому что, в принципе, когда мы ездили на профессиональные мероприятия, нам показывали различные ролики, сюжеты, презентации, мы были просто в восторге от того, что происходило в «Библионочь» в других библиотеках, что-то взяли себе на заметку и, в общем-то, как бы постарались воплотить ее в программе этого года. Угу. Ну, на что вы решили сделать упор, создавая программу? Конечно же, мы постарались все-таки соблюсти идею «Библионочи», Всероссийской «Библионочи» — это большое литературное путешествие, и сделать несколько мероприятий, касающихся именно литературы, книги, встречи с писателями. Но дабы все-таки сделать акцию «Библионочь» запоминающейся, яркой и необыкновенной, мы, в общем-то, как бы разнообразили программу и другими мероприятиями тоже. Ну, расскажите немножечко о программе, чем удивите гостей. Программа абсолютно разнообразна. Открывает «Библионочь» у нас выступление студентов областного колледжа культуры, чтобы дать участникам «Библионочи» такой хороший, положительный эмоциональный заряд. А далее мероприятия пойдут по площадкам. Всего у нас 7 площадок. Мы попытались их назвать достаточно так креативно, непривычно. Например, будет у нас площадка PlayStation для молодежи, которая любит играть в различные игры. В том числе будет проходить игра-квест «Большое литературное путешествие» и ролевая командная игра «Мафия». Будет у нас такая площадка, как танц-площадка, где можно будет потанцевать не только, как бы так сказать, дискоте, в общем-то, современные танцы, но, например, и поучиться бальным танцам. Или, например, площадка «Этно», где будут представлены национальные культуры, русская национальная культура рыцарскими боями и костюмами 12-18 веков, и французская культура, и как раз на площадке, где будет проходить представление французской культуры, можно будет попеть караоке на французском и на русском языках. Все мероприятия будут проходить в здании библиотеки на Дзержинского или где-то еще? Совершенно верно. Будет проходить, хотя у нас, в общем-то, библиотека располагает 3 зданиями, но удобно, конечно, проводить на одной площадке в силу того, чтобы людям не давать вот каких-то, в общем-то, не вносить в путаницу в программу. Будет ли что-то такое особенное, чего еще никто не делал? Вы знаете, ну, с нашей точки зрения, особенно это, конечно, будет, скорее всего, вот экскурсии в такие вот секретные фонды библиотеки, потому что наши читатели, от наших читателей, они более всего скрыты от глаз. И то, что они видят, в общем-то, это только очень-очень малая часть, а все остальное скрыто, и никто никогда этого не видел. Поэтому читатели очень часто приходят к нам с вопросом, а где же у вас хранятся вот эти миллионные собрания книг? И мы в этот раз решили все-таки открыть наши фонды и всем желающим показать. Причем это будет не просто рассказ о фондах, но этот рассказ будет содержать еще какие-то свои легенды. Но всех фишек рассказывать не буду. То есть я думаю, что там есть на что посмотреть. Конечно. Угу. Я знаю, что вы пригласили очень популярную сейчас писательницу Татьяну Полякову. Совершенно верно. Сложно ли было ее пригласить? Я думаю, что в «Библионочь» она на расхват была и в другие места, я думаю, ее звали. Вы знаете, Татьяна Полякова очень интересный человек, причем очень открытый. И когда, в общем-то, мы ей позвонили и предложили поучаствовать в «Библионочи», она с радостью согласилась. То есть именно человек, который всегда идет на общение, на разговор со своими читателями. И хотелось бы обратить внимание, что именно на встрече с Татьяной Поляковой можно будет поучаствовать в викторине и получить из рук автора с его автографом книгу-новинку, которая вышла совсем недавно у Татьяны Поляковой, в подарок.
Это будет общение между писателем и читателем. Можно будет задавать любые вопросы, причем вопросы можно задать заранее. У нас в библиотеке для этого в каждом отделе есть специальные места, где можно написать свой вопрос. Он может быть анонимный, этот вопрос, то есть, может быть, кто-то не захочет указывать свою фамилию, имя, и, в общем-то, опустить на дно, так сказать, заготовленного ящичка, и, в общем-то, на встрече эти вопросы будут озвучены, и Татьяна Полякова на них ответит. Что касается музыкальной части программы, заявлена джазовая вечеринка. Совершенно верно. Это наша идея, потому что все-таки, мне кажется, музыка – это очень креативно, это очень ярко и необыкновенно. И очень хотелось именно сделать не просто дискотеку под магнитофон, будем так говорить, а хотелось устроить такой танцевальный вечер под живой ансамбль. И джаз-квартет «Jeff Music» нам очень в этом помог, откликнувшись на нашу идею, и он будет принимать участие, и каждый сможет, конечно, в общем-то, на джаз-вечеринке поприсутствовать и потанцевать. В финале программы вы обещали какое-то специфическое фаер-шоу. Что это будет из себя представлять? Ну, конечно, фаер-шоу. Сейчас очень много задают вопросов, как же так, фаер-шоу, открытый огонь и библиотека, да? Конечно, мы надеемся на хорошую погоду. Если будет хорошая погода, значит, фаер-шоу пройдет на улице. Если же, конечно, в случае непогоды окажется так, что мы будем вынуждены делать это шоу в холле библиотеки, то это будет, конечно, не открытый огонь. Но это тоже будет очень, я думаю, необыкновенно. И, в общем-то, как бы завершит наше мероприятие на очень такой вот хорошем, на хорошей такой эмоциональной ноте. Ну, мероприятие действительно на любой вкус, я думаю, что гостям будет интересно. А вот чем это полезно для самой библиотеки? Вы знаете, в принципе, мы бы хотели показать библиотеку как третье место. То есть первое место всегда – это семья, второе место – это школа или институт, а библиотека – третье место для получения, в общем-то, где можно с пользой отдохнуть. Отдохнуть, именно получив не только для тела, да, в общем-то, как бы отдых, но и для души. Поэтому вот такое сочетание и полезного, и приятного, я думаю, очень много будет, ну, в общем-то, как бы вызовет интерес у наших жителей. Ну, можно сказать, что на период «Библию ночи» сама библиотека становится что-то вроде творческого центра? Можно и так, конечно, сказать, потому что здесь, в общем-то, будут самые разнообразные мероприятия, как, например, декоративно-прикладная мастерская, где будут проходить различные мастер-классы по бисероплетению, по изготовлению тканых поясов. И вести этот мастер-класс будет наша известная мастерица Галина Александровна Федорова, которая, в общем-то, звучит не только на российском уровне, но и на международном уровне. И дефиле русских народных костюмов там, где, в принципе, их не очень часто можно видеть. Вот. И, в общем-то, как бы самые-самые разнообразные мероприятия и на любой вкус и, в общем-то, цвет. А если вдруг «Библионочь» вызовет такой же резонанс, как «Ночь в музеях», например, и будет просто огромный наплыв посетителей, справится библиотека? Ну, мы надеемся на то, что все-таки посетителей будет много. И я надеюсь, конечно, это наш первый опыт, и мы где-то думаем о том, что да, действительно может получиться так, что будет большое количество народу, но площадки абсолютно разные, на самый разнообразный вкус, поэтому люди будут выбирать, кому-то идти на одну площадку, на вторую, и, к сожалению, каждое мероприятие посетить будет невозможно, потому что они идут многие в одно и то же время. Но можно будет все-таки где-то пойти, посмотреть, посидеть там, посидеть здесь, и я надеюсь, что нам удастся, в общем-то, справиться с этой ситуацией, и всех, в общем-то, приглашаем и будем рады видеть. А если захотят прийти дети, как им быть? Все-таки ночь. Да, значит, конечно, у нас программа, мы ее, конечно, маркируем 18+. Но те мероприятия, которые идут с 8 часов вечера, ну, условно говоря, до половины 10, посещать, конечно, молодежи можно. Как только, в общем-то, 10 часов настанет, то, конечно, молодые люди должны быть со своими законными представителями, те, кому не достигли еще 18 лет. Ну, все-таки, как вы думаете, воспримут ли владимирцы «Библионочь»? Как они ее воспримут? Вы знаете,
Событие достаточно нетрадиционное для нашего города. В прошлом году у нас в Библионочи из библиотек участвовала Центральная городская библиотека города Владимира. И отзывы были, ну, самые положительные. Народу пришло очень много, и вот, в общем-то, говорят о том, что такого наплыва народа библиотека не видела давно. Мероприятия также были интереснейшие. И, в общем-то, как бы мы тоже рассчитываем на этот отзыв, потому что попытались сделать, в общем-то, программу очень интересной. И надеемся, что отзыв будет самый хороший, самый положительный, потому что все-таки библиотека, она немножечко ассоциируется с дневным временем работы, с тишиной, с такой вдумчивостью, а здесь будет что-то необыкновенное, которое покажет библиотеку с совершенно другой стороны. И, наверное, организаторы «Библионочи» и хотели именно показать библиотеку вот не такой обыкновенной, как ее все приняли, думают считать. Но «Библионочь» сама по себе все-таки некий праздник. И поможет ли она привлечь реальных читателей в библиотеку впоследствии? Мы думаем, да. Конечно, потому что, в принципе, мы к каждому мероприятию готовим интереснейшие книжные выставки. Не только можно будет поучаствовать, но и если заинтересовало кого-то это вид искусства, да, или вид деятельности, об этом можно прочесть. И, опять-таки, это будет абсолютно доступно в это время. Каждый сможет эту книгу взять, полистать, почитать, запомнить и потом на следующий день прийти и уже более подробно ознакомиться с этой информацией. То есть не нужно будет вот это все глубоко и долго искать. Все это будет на поверхности, и, в общем-то, как бы мы очень надеемся на то, что новых читателей обретет наша библиотека, но обязательно хочу сказать и отметить, что мы ждем не только читателей библиотеки, мы ждем всех и горожан, и гостей города. Спасибо огромное за интересный анонс, Елена. Вы можете попрощаться с телезрителями, что-то им пожелать. Уважаемые жители города Владимира, приходите к нам на «Библионочь» 19 апреля с 8 часов вечера и до полуночи. Будет интересно, ярко и незабываемо.